Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Давайте вот без всех этих долгих предысловий, предысторий, как у всех вот этих вот прочих GTA сам вот этих новостных ютуберов, просто сразу к делу, четко, по факту и так далее. Вот все это давайте сделаем. На Black Rush в скором времени появится новый тип бизнеса. Мы предлагаем, что это что-то типа ларька. Кто мы-то, блять? Кто мы предлагаем? Хули вы предлагаете-то, блять? Я не читал эту новость. Я увидел только вот то, что там на Black Rush что-то там будет, картинку и так далее, начал записывать, озвучивать данный видеоролик, и я охуел, блять, как вы это делаете, суки, у вас чё, блять, у вас Т9 какой-то неправильный, блять, в пальцах или чё, я не ебу, как вы это делаете, хуйню это, за это, блять, это ж деньги заплачено, потому что Black Rush, блять, отмечено, им за это деньги заплатили, блять, хули вы предлагаете-то, блять, долбоёбы, блять, у вас там редактор же, блять, работает, редактор, сука, он не может это отредактировать или чё, вы предполагаете, блять, мы предполагаем, а не предлагаем, сука, как вы это все пишете, вы что делаете, блять, это пиздец, я не знаю, вы какие-то, блять, что с вами не так-то, сука, я смотрю на все это, думаю, блять, жить не хочется, все, блять, когда вот такие редакторы существуют, когда они, видимо, там, знаете, на зарплате или там какая-то у них там еще вот эта система оплаты труда, мне, блять, жить не хочется, потому что, сука, написать два предложения и ошибиться в одном из них, причем, блять, тут нету сложных слов, тут нихуя нет, тут просто дело в луты читай. Вы чё, вы даже не перечитываете эту хуйню, блять? Сука, я понимаю, там, когда ты ролик монтируешь какой-то там, знаете, можешь что-то забыть, что-то там два раза вставить, ну не пересмотрел, ну там может еще что-то вот это прочее случилось. Тут же, блять, вы чё делаете, суки? Вы людей так до суицида доведете, блять, человек может там сидит на успокоительных, на каких-нибудь, на прочих вещах, блять. Он это читать будет, блять, подумает, все, блять, туши свет, нахуй, мое время вышло. Выйдет, нахуй, с 15 этажа, потому что, блять, как может так предложение строить? Он подумает, типа, мы предлагаем, ну не может же Life Mobile, там, знаете, это дочерний, вот это вот весь паблик, Life Sump, он же не может сделать такую хуйню, он же не может так, блядь, нагло ошибаться, ну это ж просто, блядь, невозможно, я правильно понимаю? То есть, ну это просто, блядь, я не, как вы это делаете? Я не понимаю, блядь, это не первая ошибка такая, сука, то у них там, блядь, более-менее плавнее туда-сюда, хуй в жопу, ладно, это не важно, там меня за это покритиковали, то, что, блядь, они написали правильно, это я долбоёб, это вот у меня все плохо. Сейчас я читаю новость. Сука, в новости два предложения. И в одном из них они ошиблись. В одном из этих предложений они, блядь, ошиблись. Я какой-то сумасшедший, блядь, или чё? Может, у меня что-то не то, блядь? Ну там же написано, мы предлагаем, блядь. Кто вы предлагаете, блядь? Я не знаю, блядь, как так можно писать? Вы редактор или вы кто, блядь? Вы там нахуй, это не вы случайно машинный перевод для GTA San Andreas создавали? Нет, блядь? Потому что очень сильно похоже, блядь, что это машинный перевод, сука. Я не знаю, блядь, на этом ролике, наверное, монетизацию нахуй сразу снимут, потому что это, блядь, так... Вы что делаете, суки? Вы у людей деньги воруете, блядь. Вот у меня из-за вас, сука, теперь монетизацию снимут. Я хотел сделать спокойный, нормальный видеоролик о том, что, блядь, на Black Rush там в скором времени появится новый тип бизнеса. Знаете ли, как на Аризоне, когда-то вот там выход, это вот время, то, что там будут какие-то ларьки, вот это вот все прочее там будет происходить и так далее. Пиздец. Странно, как еще, знаете ли, у них там рекламу заказала Black Rush, а они бы, блядь, отметили Trinity Roleplay. Вот это ошибка, блядь, на
том же самом уровне, сука. Кто мы это предлагает? Я даже сейчас заскриню, чтобы эти хуесосы, если чё, блядь, мало ли чё. Это я не специально это делаю, просто зайдите, когда выйдет данный видеоролик, уже просто с этого поста, наверное, день пройдет. Они, скорее всего, я предполагаю, что нихуя не отредактируют, все останется точно так же. То, что, блядь, мы предлагаем, блядь, вместо того, чтобы, блядь, мы предполагали. Блядь, я бы так не бомбил, серьезно, была бы эта ошибка там 1-2, у них это ошибка, блядь, через пост. Просто какая-то, блядь, логическая ошибка, сука, как вы можете предлагать, хули вы предлагают, блядь, в магазинах? Предлагает Black Rush, там, допустим, своим игрокам сделать то, все пятое. Почему мой канал по GTA Самбо, по новостям, казалось бы, по GTA Самбовским вот этим вот всем, почему он должен превращаться, блядь, в какую-то бомбежку на весь этот, блядь, вашу эту хуйню? И нет проблем уже, мне пух, я уже даже стал называть вашу эту ебаную помойку, блядь, которую вы, кроме рекламы, нихуя не производите. Мне похуй, я даже ее, кроме рекламы и фейков, забыл сказать, я даже ее уже начал называть. Потому что я думаю, ну типа, ну я как-то со всего этого зарабатываю, там как-то свое вот это вот все получу, свою копеечку, там свои просмотры, свое социальное одобрение, все прочее. Думаю, почему бы чувакам-то не получить, блядь? А оказывается, да хуй вам, блядь. Ладно бы, какой-то большой пост, расследование, там еще что-то. Я понимаю, вот такую ошибку допустите, вы все поймут. Ладно, похуй, сука, у них посты эти выходят, реклам. Это, блядь, за это деньги отдали. Заплатили, блядь, за это деньги. И они вот этой вот хуйней за нее. Я не, блядь, может, это маркетинговый ход такой у них, чтобы, блядь, я записывал ролики, бомбился, блядь. Там на Black Rush вот на этот вот пост больше людей заходило, больше, блядь, обо всем этом узнавали и так далее. Потому что я не могу понять, как, блядь. Ты же не один эти посты, у тебя же редактор, блядь, который должен все это редактировать, сука. Рома Злобин, блядь. Рома Злобин, очнись уже нахуй. У тебя пиздец полный. У тебя не то, что пиздец, у тебя пизда тут, блядь. Просто вот так она поперек идет. И все, блядь. Потому что мы предлагаем это свихнуться, блядь, с вами, с шизоидом, блядь, агрессивным, за это просто пиздец. Я уже на Сампера в хуй забил, похуй, хуесосы, хуесосами. Зарабатывают деньги, пусть зарабатывают дальше, пока этот Самп еще более-менее существует. Там пусть что хотят, то и делают. Последний обзор вышел, все, мне поебать, смотрите его, кстати, если не видели, все, больше обзоров не будет. Похуй, абсолютно все это. Но тут же, блядь, я хочу нормальную новость прочитать, я хочу о ней рассказать, блядь. Эти долбоебы допускают ошибку, блядь. Это даже не какая-то там, знаете, типа, опечатка или вроде того. Они намеренно написали эту хуйню. Намеренно, блядь. Не перепроверили, не перепосмотрели, все прочее. Причем пост выглядит как отложенный, блядь. Его писали с андроида. Да, я вижу, что его писали с андроида. Скорее всего, там был Т9. Но, блядь, исправить-то все, перечитать пост, сука, тут два предложения. Тут, блядь, слов, наверное, блядь, я не знаю, 35 слов не наберется, наверное, сука. Или это сколько тут, блядь, я вручную считать. Нет, 35 слов не наберется, вы в них не можете разобраться, блядь. Вы чё, вы ебанулись или чё? Я не понял. Блядь, господи, и мне ни про что не хочется рассказывать. Просто, блядь, Black Rush. Да похуй вообще сейчас на всю эту хуйню, потому что я не могу, блядь. Ладно бы там более-менее как-то опечатались, там что-то вот, ну, с каждым бывает, блядь. Т9, ладно, перечитайте вы пост, сука, за который вам деньги заплатили. Как такая халатность может быть вообще? Я не понимаю. Это же вам настолько похуй, вам настолько поебать, блядь. Это же, блядь, денег стоит. Вот эта вот хуйня два предложения со скриншотом, блядь. Это же денег стоит. Это просто пиздец. Я не знаю, тут красная цена этому посту, блядь, 50 рублей. Если стоит дороже, блядь, Black Rush вас наебали. Вот я-то вот так могу сказать. Потому что, блядь, Black Rush, почему вы не предъявляете претензии? Потому что у меня рекламодатели, блядь, они меня в жопу и в рот ебут, вот те, которые были. По поводу того, по поводу всего, типа, а почему вы тут тот футаж использовали, а почему вы там это сделали? А Black Rush вообще видео на все это похуй, блядь. Все, походу, идем снимать на Black Rush, им вообще поебать. Это пиздец какой. Я не хочу ничего говорить. Все, блядь. Аризона, Ролиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании. Там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал. Все, блядь, я не хочу эту хуйню видеть, блядь. С этими своими ларьками, блядь, шаурмичными, прочей хуйней. Расправляйтесь сами, мне похуй.